Свыше 1700 проектов нормативно-правовых актов прошли экспертную проверку в 2023 году. По результатам выявлено 19 коррупционных фактов. Министерство юстиции Дагестана подготовит итоги прошлого года. В 2023 ведомство занималось оказанием гражданской бесплатной юридической помощи, в том числе и в ходе выездных мероприятий в города и районы республики. А Центр поддержки гражданских инициатив оказывал помощь социально ориентированным некоммерческим организациям. На заседании коллегии обсудили и план работы на текущий год. Планируется устранить противоречия между федеральным и региональным законодательством, достигнуть целевых индикаторов в области регистрации актов гражданского состояния. Работа Министерства юстиции в 2023 году устроилась в соответствии с планом работы по основным направлениям деятельности и с учетом организационно-распорядительных актов главы Республики Дагестан и правительства Республики Дагестан. На Министерство возложено решение важных задач по формированию и проведению единой правовой политики Республики Дагестан по разработке и совершенству регионального законодательства и обеспечению единообразной правовой практической деятельности органов исполнительной власти Республики Дагестан и органов местного самоуправления и принятию ключевых изменений в сфере законотворчества и нормотворчества регионов.